От чего же зависит наша жизнь? Часто в этих суждениях мы заблуждаемся. Мы думаем, что наша жизнь зависит от того, сколько у нас денег или какой статус мы имеем в обществе. Но вы знаете, я знаю точно, что наша жизнь зависит от того, кто на нас влияет. И если на нас влияют люди с негативным мышлением, люди с негативным образом жизни, это неизбежно отразится и на нашей жизни. Многие судьбы покалечены только из-за влияния людей. Поэтому, думая о том, какая у меня будет жизнь, я всегда задаюсь вопросом, что мне нужно, чтобы моя жизнь была самой лучшей, самой прекрасной, чтобы я был здоров, чтобы я был человеком, у которого есть процветание, чтобы я был успешен в бизнесе, в служении, во всем, за что я не возьмусь. И ответ один. Стратегия такова. Мне нужно попасть под влияние успешных, позитивных людей. Поэтому, вы знаете, я никогда не позволяю себе, даже чуть-чуть общаться с негативными людьми. Потому что я знаю, что прикоснувшись к ним, ты становишься нечистым. В моей жизни был случай, когда я общался, и это были верующие люди, я общался с ними, но после общения с ними мне по 2 недели было плохо в душе. И вы знаете, я уже не знал, что с этим делать. И дошло до того, что я позвонил своему наставнику и сказал, я каждый раз это переживаю, как только пообщаюсь с этими людьми. И знаете, что он мне сказал? Он мне сказал место из Писания, что если ты прикоснешься к мертвому, то 7 дней ты будешь нечист. И он говорит, ты прикасаешься к мертвому, и поэтому ты чувствуешь эту нечистоту внутри. И он сказал, никогда больше даже не встречайся с этими людьми. И вы знаете, прошли годы, и я ни разу с ними не встретился. И мне хочется сегодня сказать каждому, если ты хочешь изменить свою жизнь, то знай одно. Самое главное, самое важное, с чего нужно начать. Поменяй круг общения. Найди того человека, который на тебя повлияет. Найди успешного человека. Найди человека, который повлияет на тебя, и твоя жизнь поднимется. Ты можешь знать Библию. Ты можешь знать вообще много-много духовных вещей, но твоя жизнь от этого не изменится. Она изменится только от влияния. Пусть Бог вас благословит. В следующей передаче поговорим об этом больше.